Правительство Башкортостана подписало соглашение с инвестором о строительстве межвузовского кампуса. Застройщиком выступит группа «Эталон». Стоимость проекта составит 27 миллиардов рублей. 11 миллиардов выделил федеральный центр, 3,5 предусмотрены в региональном бюджете. Еще 10 миллиардов привлекут из внебюджетных источников. Инвестор сможет вернуть вложения за счет сдачи в аренду жилых помещений, конференц-залов и бизнес-площадей в кампусе. Первый этап проекта реализует до декабря следующего года, второй – в 2025 году. Я считаю, что сегодня особенный день для, еще раз повторяю, для развития высшей школы науки нашей республики. Я думаю, что это новый вектор развития и новый фундамент, серьезные основы нашей науки и высшего образования. В будущем кампусе будут проживать 4000 студентов и сотрудников вуза. Площадь жилых помещений составит 78 тысяч квадратных метров. В здании также разместят выставочные и деловые зоны, стартап-центры, IQ-библиотеки, IT-технопарк и многое другое. Оценен федеральными органами. Стоимость проживания в финансовой модели рассчитана на уровне сегодняшней цены, она конкурентна, поэтому, конечно же, студентам, преподавателям проживание в этом центре, в нашем кампусе будет выгодно, но не считая, конечно же, комфортно, удобно и всех остальных характеристик. Общий срок реализации 25 лет до 47 года. Под строительство кампуса в Уфе отдали площадку на южном склоне реки Белой. Проект власти республики презентовали на Питерском международном экономическом форуме в июне. Он получил высокую оценку вице-премьера федерального правительства Дмитрия Чернышенко.